Ну, вот, кстати, сделался стол. Ну, я уже показывал. Ну, кстати, вот черненькая, которая мне больше понравилась. Это, кстати, спиртяга. Успел до кризиса купить. И сделался лампу. Вот предыдущий ролик снят вот именно вот в таком вот варианте. То есть, что я давно хотел сделать. В общем, переделал я вот кольцеобразный светильник. Вот здесь вот стоял фиксатор, он сорвался. То есть я закручиваю ключиком. Ключик у меня от 3D принтера где-то здесь на столе лежал. А, вот он. Вот такой вот, как от старого конструктора. Подкрутил, зафиксировал и переходничок вот такой поставил под телефон. Потому что сейчас покажу со старым. Он просто крутится вокруг своей оси и нельзя нормально зафиксировать даже телефон обычный. Сейчас проблем с этим нету. То есть эту штуку я брошу, пусть лежит. Вот видите, он даже вот подтягиваешь, не подтягиваешь, это колечко, да. Он и вот так вот ходит, и гнется, и телефон, и... Короче, фигня. Вот такой вот крепежик, что-то 60 рублей покупал в Китае. На лампу присобачил, и вообще отлично. И теперь как бы вид получается вот такой вот. Весьма неплохо. То есть все видно, поднес к камере. Отлично, удалил, отлично. То есть света теперь много. Вот он свет, напомню. Два выключателя и верхний свет. То есть как-то вот так вот. Круто. Не знаю, паяльник выкинуть, что ли. Жалко. Все-таки сейчас попытаюсь сделать. Там у меня камера щелкнула, я уже не стал переписывать, чтобы потом второй раз на компьютер не сливать, а выкинуть просто одним дублем и все. Так что ладно. Показал, как лампочку сделал. Вот так вот я занимаюсь мелочами. Наверное, буду все-таки скидывать, чем я занимаюсь на лайв-канал. На основной. Буду скидывать уже там ролики, когда у меня желание будет. Пока что нет желания на основной ничего кидать. Потому что все, что туда кинешь, это же надо сидеть и на комментарии отвечать. Это надо же сидеть как-то что-то глобальное такое хотя бы интересное делать. Да, а тут можно вот так вот чисто. Посидел 5 минут, поделал, выкинул ролик, например, и показал, что сделал. Так что вот.